Итак, друзья, всем привет на блоге видеоканале Wi-Fi.ru. В сегодняшнем видео покажу, как можно раздать интернет, который идет через сим-карту на смартфон, как его по Wi-Fi раздать на телевизор. Смартфон у нас Xiaomi на базе Android, и давайте смотреть, как его настроить в роли Wi-Fi роутера для телевизора. Итак, мы заходим в настройки. И в настройках есть такая функция, такой пункт меню, который называется «Точка доступа Wi-Fi». Он по умолчанию отключен, поэтому мы заходим в него и включаем функцию «Точка доступа Wi-Fi». Так, все, точка доступа включена. Вот мы видим, что она активна. И далее нам необходимо перейти в раздел «Настройки точки доступа». Здесь мы можем поменять имя сети, которое будет отображаться на телевизоре или на других устройствах. Вот, и также можно пароль поменять для подключения. Давайте для легкости зададим какой-нибудь пароль, допустим, все единицы. Так, и SSID у нас будет называться Redmi Wi-Fi Karu. Вот таким образом. Так, все. Диапазон частот у нас 2,4 ГГц. Либо можно также 5 ГГц здесь выбрать. Это не имеет значения. Главное, чтобы телевизор тоже умел работать в данном диапазоне частот. У меня на телевизоре поддерживается только 2,4 ГГц, поэтому, соответственно, оставляем здесь как есть. Все. Сохраняем. Применяем эти настройки. Все. Точка доступа активна. Теперь переходим непосредственно уже к телевизору. Итак, переходим к телевизору. Нам необходимо зайти в настройки, в раздел. Вот сейчас у меня достаточно популярный веб-интерфейс телевизоров Smart TV под управлением Android, в том числе и популярные Xiaomi Mi Box и Mi TV Stick приставки, да, они тоже имеют вот примерно такой же вид, поэтому вам легко будет сориентироваться. Соответственно, заходим в настройки и выбираем здесь раздел «Сеть и интернет». Вот здесь отображается список сетей, но здесь не все видны, нам нужно зайти в раздел «Показать все», и отобразятся все доступные в данный момент сети для подключения. Вот мы видим как раз Redmi Wi-Fi Karu сеть. Давайте к ней подключимся. Здесь нам нужно будет ввести пароль, который я задал. Напомню, что он состоял у нас из 8 единиц. И, собственно, происходит подключение к Wi-Fi сети от нашего смартфона. После завершения подключения можно вернуться на рабочий стол, и далее можно уже проверить, как работают те или иные приложения. Ну, например, YouTube. Давайте запустим. Вот он, YouTube-чик. Наш канал. Wi-Fi Karu, и вот он. И воспроизводит видеоролики. Вот так, ребят, очень просто. Можно настроить свой смартфон обычный в качестве Wi-Fi роутера для других устройств и раздать с него интернет на телевизор. На этом все. Если видео вам было интересно и полезно, то обязательно поставьте лайки, подпишитесь на наш канал, и до встречи в следующих уроках. Всем пока!